смотрите в этом видео. Всем привет, комрады! Сегодня 10 мая 2024 года. И после того, как окрестности моего дома зачистила очередная бригада черных копателей, решил я пройтись по их горячим следам. Во-первых, надо все-таки ямки за ними прикопать, потому что так негоже. Ну и во-вторых, мало ли что, вдруг они что-то где-то упустили. Такое бывает сплошь рядом. Так, пока сигналов я не вижу. Зачистили они все тут основательно. Пока только пустые ямки. Вот здесь вот тоже выкопали. Тут нормально они накопали. Минимум полцентнера. С поля возле моего забора они вытащили. Ну, кто виноват? Это мог вытащить я, если бы был чуть порасторопнее. Но у меня тоже куча своих дел. Пчеловодство, огород. Как-то на металлокоп особо времени не остается. Тем более травмы постоянные, то руки, то ноги. Как-то не получается заниматься серьезным металлокопом. Видите, кругом незакопанные ямки. Вот почему я называю этих людей не комрадами, а черными копателями. Ну а про себя еще похлеще, более непарламентскими выражениями. Так, господа, вот тут очень интересный сигнал. Тяжелый металл, небольшой по площади. И что-то мы начинаем выкапывать. Что это? Что это, ребзя? А это, ребята, какое-то огромное колесо шестерня, или что это? И она не одна. Сходил я за ломом тем временем. Спасибо деду Хабару за такой шикарный бонус или подарок. Вот такие два шикарных колеса. В общей массе не меньше 100 килограмм. Одно чуть потяжелее, другое чуть полегче. С трудом я их прикантарил до забора, через дырку в заборе закатил во двор. Это вот полегче, это вот сверху потяжелее. Ну, одно, наверное, килограмм 70-80, другое килограмм 50-60. И это всего за час работы.
И это с того поля, где полдня ходили черные копатели. Видимо, дед Хабар любит меня больше, чем этих пи-пи-пи-пи-пи. Справедливость все-таки восторжествовала. Как говорится, Бог не фраер, он правду видит. Уважительно относитесь к окружающему миру, природе, и она тоже будет к вам благосклонна. Такой вот итог сегодняшнего часового копа. Благодарность деду Хабару и миру за то, что справедливость все-таки иногда в нем торжествует. Всем удачных копов, пока. Ямки за собой закапывайте, ребята.